А это просто. А? Просто катается. Да тут легко проедет любая машина, ты чё? Тем более Нива здесь вообще даже не чесанет, если по уму грамотно делать все. На чем? Как? Элька? Это что такое? Почему не вариант? И чё? Сзади есть у тебя этот? Труба сзади стоит? Ну и все, вот мордой уперся вот сюда. Эти сантреки есть, сантраки? Сантраки есть? Это я есть без ямы, нормальный переезд. Не, переезды есть. Переезды есть. Мокрый переезд есть. Хуйня, Серег, проедет здесь. Да не, это не проедет. Проедет, Серег. Сантраки! Сантраки положите, что вы это? Одни на всех! Серега, реально, сантраки положи и проедем! Вот туда никто не поехал, вот сюда, вот здесь вот левее, очень серьезное засадное место. Вот так, вот так, вот туда никто не пошел, вот в ту сторону. Там очень жесткое. Там тоже варианта нету, кроме как пересечь на ту сторону. Ну, единственное, он коротенький такой, где-то 1.4 метра шириной. И воды практически нету. Ну, по крайней мере, неделю назад не было. Ну, там топка очень. Так наступишь, прям ходит назад вниз.